Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Юрский мир». Пока вас не было, вам пришли подарки, поздравляем. Коллаборинг какой-то. Какой еще коллаборинг? Так, это нам не нужно, это все, естественно, мы закрываем. Так, смотреть видео. Доказавр. В наличии 5 штук, то есть 6 штук. Что я делаю вообще, ребят? Я получаю супер ДНК или что? В наличии 0, это нужно вступить. Так, ну что, давай забирать здесь все, что у нас открылось. Так, загадка. Доллары, еда, монеты, еда. Плюс очки доверия. Так, это нам не нужно, а вот, вот этот наборчик я, пожалуй, открою. Ну-ка, посмотрим. Доллары, ДНК, ДНК и еще раз ДНК. Ну, ДНК нам нужны, ребят. Самое главное, что дают нам очки доверия. Это уже круто. Так, все, да? По-моему, все. Значит так, задание забрать. Что у нас тут? Откройте набор карточек, это мы сделали. И собрать... Что такое? Уровень. 13, ребята. Расширение территории нам доступно. И еще один пак. Отлично. И очки доверия, нормуль. Так, ну там еще у нас что-то доступно. Так, еды мы с тобой собрали, да? Значит, для того, чтобы открыть пак, нам нужно выполнить 7 заданий. Так, примите участие в ПВП-сражениях. Соберите динозавров. Так, не меньше 1000 монет. Ну давай посмотрим, сколько нам тут. Так, ну мы собрали, да? Деньжатки идут, плюс хавчик. 23 тысячи, шикарненько. Так, кто это у нас? Я уже и забыл, кто это, ребята. А, Кулазух. Это новый у нас, да? Получается, динозавр. Вот здесь ему будет самое место, я думаю. Так, забираем награды. Так, теперь принять в ПВП-сражениях, погладить животное и покормить не менее 2 динозавров. Ну давай как раз Кулазуха-то мы с тобой и покормим, как ты считаешь? Опа, 10-й левел мы ему задали. Че он там хавает? Мне показалось, что там голубь ковырялся. Погладить его еще надо, понимаешь? Это как истинная рептилия, ребят. Ящерица. Эволюцию сделали мы с тобой, нормуль. Так, забрать награды, подожди, забрать награды. Нам нужно еще будет с тобой. Это что это такое? Какая-то проекция. Так, а этот-то у нас тоже. Нет, этот прокачанный, ребят. А что вот это такое, я не могу понять. Расширить. Блин, я вообще-то вот сюда вот тыкал. Так, расширили еще немножко себе территорию. 102 монетки всего дает. Что-то рынок у меня заморгал, и схватки моргают. Так, здесь забираем награды. Покормить. Покормить еще одного динозавра. Ну, кто у нас не прокачанный по максималке? Вот, например, здесь можно покормить. Вот так вот. Теперь, да, теперь выполнил. Ну и надо... Так, победите в схватке 10 уровня. На рынке-то что моргает, я не могу понять. Ага, коллаборинг. Вот его-то как раз нам нужно вывести. Так, через 18 минут он будет готов. А что еще на рынке есть интересного, прикольного? Аланг, это все есть у нас. Это все тоже есть. Тропиогнат у нас, естественно, тоже есть. И все. Мало очень драконов у нас почему-то открыто. Почему я их называю драконы, если это динозавры? Потому что я вспомнил игру «Всадники Олуха». Ну давай в PvP тогда сыграем, что ли. Тут вот у нас. А, ну это только для випа. Я не вип, поэтому я не имею права здесь драться, ребята. Не имею. Могу только вот пойти вот в PvP. И там события у нас, кстати.
Ну что, делаем вызов. Давай сделаем так. Сделаем так. И, наверное, вот так. Погнали. Кого нам поставят? Сейчас посмотрим, друзья. Ага. Слушай-ка, я не взял летуна. Так, ход противника. Будет менять, нет? Меняет. Он взял летуна, да? Так, а мы с тобой тогда возьмем вот так вот. Эй-эй-эй, трицератора меняем? Совсем другое дело. Так, что же он там? Он поменял и, наверное, скорее всего... Давай я так сделаю. Будет атаковать? Он будет менять, 100%, тебе говорю, на хищника, на своего. Меняет. Не дай бог ударит сейчас еще, а? Нет, он не стал ударять. А мы с тобой тогда тоже поменяем. И сделаем, наверное, две атаки. Все, ему крышка. Так, он позвал опять этого хламона. Упс. Друзья мои, у меня проблемы, по-моему, сейчас будут. Огромные. Да, забомбил. Так, ну что? Он потратил, да? Потратил он. Поэтому мы сделаем с тобой так. Два удара плюс бонус. Иди отсюда. Не мешайся, как говорится, мне, да? Что он там? Наверняка еще бонус взял, мне кажется. Все, ребят, ему крышка. Хотя, подожди. Травоядные против... О, да, ему крышка, все, ребят. Мой ход. И я его уничтожаю. На-ка. Засранец маленький. Молодец, красавчик, да-да-да. Победоносная стойка, все дела, ребята. Ну что, я выиграл в PvP бой. Соответственно, я забираю награду. А, тут еще и рулетка. Приз новичка. 300 еды, всего лишь 300 еды. Это мало. Ну давай еще разок. Крутим. И достается нам еще меньше еды, 150. Какие вы жадные до наград. Вот я прям не знаю, ребят. Но забираем. И забираем. Да, я понял, ребята, что это виповский набор, вип-набор, да, поэтому открыть у меня его, естественно, не получается. Ох ты, хавки-то сколько, и денежки, и ДНК. Ну вот это совсем другой разговор, друзья мои, совсем другой. Так, монетки тут заберем. А что у нас там за задание-то висит вот здесь вот? Победить в схватке 10 уровня. Давай-ка посмотрим, что у нас там по схваткам 10 уровня. Да, тут... Ребят, тут серьезные противники. Слушай, давай мы тогда, прежде чем пойдем, наверное, докачаем наших динозавров хотя бы по максималке. Так, у нас там вот этот, по-моему, прокачаться может, да? Или нет? Или да? Это у нас кто? Майонгозавр. Нам нужен еще один такой, вот что я тебе скажу. Нам нужен еще один мон... Вот он. Давай его активируем. Ускорим бесплатно. Заберем. Я сейчас, знаешь, что хочу сделать? Прокачать их. Я думаю, ты понимаешь, про какую прокачку я говорю. Так, начинаем эволюцию с тобой. Бесплатную. Так, мы забираем его. Объединяем еще. Смотри. Вот.
А, их нужно тоже прокачать до 20-ки. Так. И вот этого. Окей, стартуем. Ой, я нечаянно нажал, ребят, на рекламу. Надо было вот здесь вот, на доллары нажимать. Идет подсчет, и, как всегда, не хватает. Не завершена эволюция, поэтому тратим еще доллары. А теперь... Ить, замечательно. Ну что, помещаем, ребята. Че там значок собран? Какой значок еще собран? О чем вы говорите? Какой значок собран? Мне его еще и прокачивать надо. Значок собран. Новый уровень. До какого он будет прокачиваться? Блин, а у меня еды-то вообще осталось тютелькой. Алангозавр. Да, прикольно. Это нужно Аланку прокачать до 40 уровня. И Мэйюнгозавр тоже до 40 уровня. Только после этого мы можем с тобой сделать гибрид. Ну а сейчас пойдем с тобой... драться. Вот здесь вот в схватке 10 уровня нужно как-то победить. Постараться. Так. Ну давай ускорим. Берем его. Так, из травоядных нам пригодится, наверное, этот. И, наверное, нам надо будет брать Мэйюнгозавра. Как-то так. Ну что, поехали? Если победим, задание будет выполнено. О-о-о-о-о, тут не пойдет так дело, ребят. Так дело не пойдет. Меняем, естественно, меняем. Что он будет делать? Атакует. Он меня атаковал. Так, и, наверное, у него там... наверное, защита стоит, нет? Нет. Он будет менять, наверное, скорее всего, или нет? Да, он меняет, ребята, динозавр. Ой-ой-ой-ой-ой. Две атаки сделает, тогда все. Вот что вот он там сейчас сделал, ребят? Я не знаю. Меняем. Я, наверное, сделаю одну атаку, защиту и бонус. Так, он поставил блок, правильно? Он меняет противника 100%. Или не будет? Ага. Вот так вот он мне ударил. Так, судя по всему, у него стоит, наверное... одна защита будет стоять, мне кажется. Вот так я сделаю. Посмотрим. Угу. Что он сейчас сделает? Меняет динозавра, ребята. Дело дрянь. Так, меняем тогда тоже. Меняем тогда тоже. Я ставлю, наверное, 3 защиты и 1 бонус. Интересно. Опа, ты понял, что он сделал? О, конечно, завалит, ребята. Он все вбахал. Он все вбахал, да, получается? Так. Меняем. Раз, два. Но ему крышка должна быть, по идее. Какая крышка, он выживет, ё-моё. На пятерик не хватило чуть-чуть мне. О, нам опять крышка, ребята. Офигеть. Ну тут понятно, тут один удар будет достаточно. Вот так вот.
Так, вызывает этого, да? Крокодил. Так, и две он оставил себе на защиту. 100% тебе говорю. Две он оставил на защиту себе. Значит, мы с тобой сделаем следующим образом. Так. Вот так и вот так. Две на защиту, я же говорил. Так, и бонус наверняка он себе тут заклепал, нет? Мы три защиты влепили. Что будем делать-то? Вот так я сделаю, ребят. Две защиты. Сейчас, естественно, он будет атаковать. И все в блок. Все, ребята, сейчас ему крышка. Да как сказать, крышка не крышка ему, ребята. Ну, раз, два, три. Вот так вот сделаем. Живой гаденыш остался. Так, он две защиты поставил. Значит, он может сделать три атаки. Но он сделал одну. Значит, он повысил себе еще и бонус. Так? Раз. Два. Вот так вот попробуем. Опа. Немножко я, ребята, оплошал. Он бонус, ребята, себе вкачивает. Он вкачивает себе бонус. Проверим. Видишь, мы осторожничаем, что он, что я. Но тут меня, конечно, ребята, он пробьет. 6 в атаку вольет себе, и все, и мне крышка, ребят. Вот так вот. Проиграл я. Ну, бывает. Видишь, он очень быстро мне завалил всех моих тех динозавров, предыдущих, которые были. Но я на этом не остановлюсь, естественно, я пойду дальше. Так, а мы... Что такое? Подожди, у меня тут награда. Или что? А, мне нужно победить, а не просто сыграть. Победить еще надо. Так, бесплатно что-то тут у нас. Ага. Забираем, ребята. Это у нас новый коллаборинг. Новый динозавр, летающий. Куда бы его нам поставить с тобой еще? Куда-нибудь хочется в такое, ну, в хорошее место его. Так, секунду, секунду. Блин. Ни туда, ни сюда. Пускай вот здесь стоит. Прокачивать я пока не буду. Я не вижу, ребята, в этом смысла. Тем более, еды у нас с тобой нету. А насчет схватки, да, надо драться, идти дальше. Попробовать, ребят, все-таки надо выиграть его. Так, бесплатно. Возвращайся. $11, блин. Так, берем этого и вот этого. Два хищника. Может быть, взять летуна нам какого-нибудь с тобой. Вот, например, Аланку. Поехали. Посмотрим, кто тут будет против нас. Подожди, а я что выбрал? ПВП сражение, блин? Мне же нужно... Ё-моё. Твою налево, блин. Мне нужно было схватку драться, а не ПВП сражение. Чё-то я тупанул. Ну ладно, давай. Меняй динозавра. Да, конечно, ага. Сменил. Ты серьезно? Я, наверное, сделаю вот так, ребят. Что он будет делать? У него тиранозавр есть, прикинь. Так, он сделал две атаки, ребят. Это говорит о том, что тебе крышка, парень. Ну, как сказать, крышка-то? 305, это мне нужно... По 72, да? 72, 740. Да это дофига надо, ребят. Все, в атаку ему нужно бомбить.
Вот так вот. Но он сейчас уничтожит, понятное дело, да? 16 атак, и правда. Что он там сейчас будет делать? Ну не шипи, давай ходи уже. Шептуна тут не давит. Ну, я и говорю, 3 атаки, ребята. Ну, здесь для него большая проблема. Мне достаточно сходить один удар, одну защиту и один бонус взять. Все. На-ка. А, так у него травоядные. Тьфу ты. Я вообще могу не бояться, ребят, ничего здесь. Урон, 7 всего лишь. Не пробить ему вообще ни за что. Да? Ангетинозавр. Он, наверное, бонус копит себе, но бонус ему не поможет здесь. Все. В ПВП схватке мы с тобой победили. Но мне-то нужна не схватка. Прикольно смотрится, да, динозаврик? Мне нужна не схватка, мне нужно именно в события проходить. Крутим приз новичка. И так, 150 еды. Да не буду я больше крутить, потому что тут, мне кажется, бесполезняк. Крутить, крутить. В схватке. Попробуй еще выиграй в этой схватке с этим хитрозадом, а? Соперник-то кто у меня? Вон кто. Так, значит, ну, водяной полюбасику нам нужен здесь. Как ни крути. Плюс нам нужен будет с тобой травоядник. Это летающий, да? Ладно, возьмем летающего. Нет, лучше я, наверное, возьму... Так, короче, смотри. Берем этого. Ну... Все. Так сделаем с тобой. И против летающих травоядник. Ну, он, правда, 31 уровня. Не знаю, попробуем, ребята, сейчас все-таки нахлобучить. Мудриться как-то надо. Естественно, меняем. Все равно слабо. Видишь, он бонус взял. Что он сделает? Меняет динозавра на хищника. Понятно. Мы меняем с тобой тогда на этого. Ну и, наверное, бонус возьмем. Ха, атаку поставил. Хорошо, что ты поставил. А, и атаку. Твоя налево, и защита, да, у него была. Так, ну что, я думаю, что двух ему будет достаточно плюшек. Проверим. Нет, недостаточно. Просто, друзья мои, взяла игра и вылетела. Прикинь, хорошо, что тут восстановилось все именно в процессе моего боя. Так, я думаю, что одного удара будет достаточно здесь. И вот так, проверим. Ах ты, твою налево, ты посмотри, а. Блин, боюсь, что он меня сейчас пробьет. Он меня динозавра, блин. Не убьет, не убьет. Так, мы меняем с тобой вот так вот. Слушай, нам надо его замочить как-то, я не знаю, ребят. Как-то умудриться его зашварить. А как вот это сделать? Вот так, если только. Что он там будет делать? Что он там сейчас? Хорошо, что я поставил защиту, друзья мои. Очень хорошо. Он потратился, да? Потратился. Тогда поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай я вот так вот сделаю. На-ка. Лети отсюда, птичка. Угу. Стегоцефал вышел.
Ну, тут понятно. Тут понятно. Завалил, молодец. Ну, нам надо хищника брать. Ой, тихо, кого я взял? Это ж надо было так тупануть-то, а? Вот это да, ребята. Неужели бонус он себе берет, а? Меняем. Да. Скорее всего, он бонусы берет, ребят. Вот две защиты и... Видишь, что сделал? Пробьет. Ух, шлепок несчастный, а. Ну и как я буду вот его бомбить здесь, скажи мне на милость. По 25 к атаке. Да тут проигрыш, ребят. Тут уже мне ничего не поможет. Что делать-то будем, а? У него еще и 4 атаки. Опять у меня поражение. Да ебарасоте, блин, слов нет, так охота выругаться. С каким-то ботом не могу, блин, справиться, блин. Битва, конечно, битва. Подожди. Ну да, битва. Мне еды не хватает. Я бы, конечно, хотел бы прокачать, ребят, своих этих. Здесь вообще вот от него мало толку. Давай возьмем, наверное, с тобой, я не знаю. Вот этот очень хорошо помогает нам против хищников. Но у него тут 31 уровня, блин. Гаденыш вот этот летающий. Летунец. Леденец. Давай вот так вот сделаем, попробуем. Блин, третья моя попытка подраться. Давай-ка мы по-другому сделаем. Вот так вот. Бонус для второго игрока. Он тоже меняет. Угу. Меняем, ребята, конечно же. И бонус берем. Что он сейчас придумает? Меняет динозавра. Слушай, он запарил. Так, ну что, попробуем пробить его. Вот так вот. Слабо. А он себе взял бонус, ребята. А я без защиты. Что же он там придумал-то сейчас, а? Давай так попробуем. Один удар только прошелся по нему. 6-4. Что он там предпримет? Все в атаку, ребята. Все в атаку он спускает. Ну, Ханорик, ну тебе кранты. Так, сколько нам там достаточно? 2 ударов? Иди отсюда. Достал уже. Летает здесь, блин, нервирует просто. Блин. Водяной. Да ладно, блин. Как это работает? Он потратился же уже. Я же из этого расчета делал, ё-моё. Давай так вот попробуем. Все, откатился. Сейчас 4 атаки сделать, наверное, да? 4 атаки. Но он не должен убить. Все, ребята, а мы его должны сейчас... уничтожить к ядре не фени. Достал ты уже. Фух. С третьей попытки, слава богу, справились. Так, ну что, нас поздравляют. Дают нам 20 ДНК. Еще 180, отлично. Так, погоди ты.
Задание выполнено, да-да-да, именно вот это я и хотел. Свежие новости. Смотреть видео. 100 ДНК. Я не могу понять, а как мне понять, сколько нужно, чтобы его открыть? Вот я набираю коллекцию, а сколько нужно-то? А, вот сколько нужно, чтобы получить вот... А я-то все думал, как тут, что надо, ребята, блин. Сброс через 3 дня, вот оно как, значит, понятно. Так, а если мы смотрим видео... Это идет сюда в плюс или нет? Давай посмотрим. Ну и что? Одна штука в наличии. Не понимаю я, конечно, до конца, что нужно там было сделать. Так, собрали. Что тут у нас? Теперь, раз уж новые динозавры прибыли, давайте проверим, как их врожденные инстинкты проявляются в бою. Так, победите в схватке 11 уровня и примите участие в бою как минимум с 2 хищниками в команде. И схватка 11 уровня, да? Вы молодцы, конечно, придумали, блин. Я гляну на схватку 11 уровня, где она у нас? Так, у нас события же еще есть. Столкновение, бегство, так, павшее королевство какое-то. Победить противников 4. Испытайте свои силы. Бой только для X1, для обычных. Ну давай попробуем. Для обычных. А, только одного могу взять. Подожди, один... Секунду. Ах, ты гаденыш. То есть мы будем драться... Со своим дубликатом? Кто сильнее, что ли? Ну, давай попробуем. Он сразу берет бонус, ребята. И 2 атаки. Ну что, тогда мы с тобой так же делаем. Пока, роднуля. Да выделывался. Будешь знать наших. Так, выиграли, короче, мы в этом поединке. Я, правда, не понимаю, в чем приколюха. О, 50 ДНК. Вот тебе вся приколюха. Так, давай дальше столкновение. Выбираем вот этого аргентинозавра. Мне дают бонус. Окей. И он тоже. Ну, естественно, ребята, это та же самая схема. Сейчас 2 удара. 1. Один удар. Так, ладно. Я коплю, ребята, я коплю. Блин. Чё-то он там, ребята, мутит. Мутит в воду. Ну чё, пойдем ва-банк. И у нас сработало это все. Такой довольный. Так, ну тут пока все легко. Все предсказуемо. Давай посмотрим следующий поединок. Опять же, я так понимаю. Оп, еще 50 ДНК. Вот когда вот так вот зависает, ребята, я так и боюсь, что вылетит игруха. Так, ну давай возьмем на этот раз. Да что за подтормаживание-то такие, бесит аж. Давай возьмем Аланку. 38 к атаке, то есть получается 3 атаки нужно будет провести. Так, ему естественно сразу бонус, да? Бонус мне. А я сделаю защиту и бонус. Так, у него защита. Неужели 2 бонуса взял он, а? Интересно. Хорошо. Я сделаю вот так.
очень интересно, ребят. Так, хорошо, что я две защиты взял. Не пробьет. А он не собирается. Рискую, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, лопухнулся я, лопухнулся. Так, а что он там взял? О, все, мне крышка, ребят. Вот тут я обделался. По-черному. Он меня все-таки расколол. Расколол, да? Выжидал, выжидал, и на тебе, блин. Я немножко не могу понять, как срабатывает в плане того, что... Вот, например, я делаю там себе защиту, да, и он... Через какой-то прям... Через ход или через... Так, я все-таки столкновение должен это пройти. Не могу никак вот в это врубиться. В саму схему поединка. Бонус срабатывает сразу же, да? И в то же время ты можешь его сразу активировать. Как? Фиг знает. Ну что он сейчас будет делать? Две атаки. Ну я сейчас, естественно, три атаки тогда ему влупашу и крышка ему. Все. Готов, хлопец. Так, здесь победили, ладно. Тут как-то было намного проще все. Проще и яснее. Ох ты. Ну ничего себе, тут сколько ДНК. Мне сейчас дадут самое маленькое, что здесь есть. Нет. Ребята, не самое маленькое, 300. Попробуй, как говорится, за 350 еще раз крутануть. Вы издеваетесь, что ли? Так, у нас еще здесь события есть. Победить 5 противников. Прям вот сразу, что ли, победить? Противники 5. Я не знаю, я попробую, конечно. Что-то мне подсказывает, что пятерых я вряд ли сразу смогу одолеть здесь. Раз, два, три. И почему я должен пятерых бомбить, когда у меня всего трое, блин? Так, битва. Здесь я, наверное, возьму бонус, скорее всего, ребят. Он будет менять, наверное, да? Нет? И вот так. Угу. Смотрим, ребята, что он будет делать. Вообще ничего не делает. Давай я вот так вот сделаю, посмотрим. Че он выжидает? Он бонусы себе, ребята, копит. И не атакует, и ничего не делает. Все это очень подозрительно. Он до 7 хочет дойти, а потом что ли звездануть? Или что? Что он делает? Ну вот 7 у тебя максималка. Смотрим, ребята. А вот ты и попался. Вот ты, чувак, и влип. Сколько там нам нужно ему нанести? Один удар всего лишь. Вот так вот я сделаю. В плане. А, у него же 7 было. Ё-моё, точно, ребята, совсем забыл. Да фиг ты меня пробьешь, парень. Даже не думай об этом. Так, он две атаки сделал, да? Раз, два, три, четыре. Вот так вот я сделаю. Ну, можно было бы, конечно, поменьше взять. Так, а это как раз миско. 8 атаки всего лишь. Но все равно неприятно. Так, 3 потратил, да? 3 и вот так вот. Ну, ему крышка. Так, у этого сколько? 12 атаки, да? Раз, два, раз, два, раз. Вот так сделаю. Ах ты. И куда же ты 3, точнее 2 в бабухал? А, вот он что делает. Ну сейчас, наверное, ушатает, ребят.
ушатает. А, нет. Я же забыл, что у него 12 атаки всего лишь. Ну что, поехали рвать его. Пошел отсюда. Так, это какой? Это еще не последний, да? Опять ты бонусы там себе купишь, да, парень? Я так понял тебя. Ладно, не буду на тебя любоваться здесь. Выкинули его нафиг в зашей. Подожди, а я что-то поспешил. Я думал, что это последний у него. Ай-яй-яй. Сейчас будет бубо. Так, это летун. Против него, естественно, мы выставляем с тобой вот этого нашего. Так. Раз, два. И вот так. В защиту вбабахался. Да ты заколебал-то со своими бонусами, а? Все, я понял, куда он там вливается. Все равно крышка тебе. Так, и последний. А, все, это и был последний, ё-моё. Победили тогда мы, друзья. Пятерых этих противников. Я так понимаю, это как новичку мне дали там слабеньких каких-то. Открыть. Опа, опа. Бронитозавр. Вот такого у меня еще не было, ребята. Бронитозавр какого-то. Так, еще есть, да, у нас событие какое-то? Бегство, павшее королевство. Победить четырех противников. Угу. Попробуем. Вы писали мне, не тратить доллары, не придают. Ребят, ну как не тратить доллары, если, блин, они везде нужны, блин. Чего бы тут ни делал, они везде нужны. О, смотри-ка, майонгозавр. Так, я беру бонус сразу же, не раздумывая. Что будет делать? Удар. Так, а мы с тобой сделаем, знаешь что? Один удар и два бонуса. Ой-тё-тё-тё-тё, кто бы мог подумать-то, а? Ну вот теперь-то тебе крышка, парень. Теперь ты не отвертишься. На. Готов. Так, кто там у тебя следующий? Ой, Миско. С 8 атаками. Что ж ты будешь делать-то, парнишка? Опять свои бонусы там строгать? Наверняка. Так, я на всякий случай поставлю 2 атаки, 2 защиты и 1 бонус. Ну вот. Я ему именно в блок. Не пробьешь ты меня, парень. Не пробьешь. Не хватит у тебя силенок. А вот я сейчас тебе всыплю. Погнали. Пошел отсюда. Пес смердячий. Так, это кто у нас? Аланка тут выпрыгивает. Аланочка, да? Ну что? Ей достаточно одного будет удара моего. Поэтому я сделаю вот так и вот так. А! Аланка, перестраховщик. Он все на бонусы, ребята, делает акцент. Вот что я тебе скажу. Лопухнулся. Ну что, погнали. Раз, два. Да, вот так я сделаю. Чего мне бояться его? Ух! Блок, аж 3 штуки взял. Не-не-не, парень, не надо. Ухоркал ты, прикинь. Так, ну что? Ему одного удара было бы достаточно, но я сделаю вот так. Вот так и вот так.
Иди отсюда. Кто там у тебя следующий? Опа, этот усиленный, ребята. Блин, вот я заметил, они никогда не бьют. Вот что он там сделал сейчас? Ладно, раз, два, три, четыре. И вот так. Все, крышка ему. Утю-тю-тю-тю, крышка. Какой крышка, ребята, у него. Блин, неужели все в атаку вольет? Все, абсолютно, прикинь. Так. Ну что, теперь надо по-мудрому делать. Минус. И последний динозавр. Это кто? А, все, да что так быстро-то я. Что-то, ребята, вообще теряюсь. Четыре противника, вроде бы как три было всего лишь. Ну ладно, победа так победа. Так, ну что, павшее королевство, ребят. 220 ДНК, 100 долларов. И велоцираптор. Вот так-то, ребятушки. И еще 65 очков доверия. Велоцираптора мы с тобой получили. Так, событий вроде бы больше нету. Да? Нету больше событий у нас. Они закончились. Так, а что там по заданиям? Победить в... А, победить в схватке 11 уровня. Ну, у нас хотя бы жрачка появилась. Плюс на рынке мы можем с тобой вывести велоцираптора. Так, и вывести нового динозавра, бронитозавра. Вот так-то. Этих двух динозавров у нас просто нету, поэтому они должны быть у нас в коллекции, сам понимаешь. Так, ну что? Победить в схватке 11 уровня. Кого я хотел прокачать? По-моему, тебя, парень. Хватит ли у меня еды для прокачки-то? Ага. Еды не хватает. То есть до 30 уровня, наверное, я его прокачаю. Или как до 40-го. Потом еще того надо прокачать. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас там. Схватка уровня. Ага, вот она, схваточка. Диплокаулус будет разыгрываться. Что-то мне подсказывает, друзья мои, что здесь бесполезняк пока. Пока мне драться бесполезно здесь. 30, 21 и 30 уровень. У меня таких динозавров-то нету. Именно настолько мощных. Так, подожди, а где мы с тобой в это, втюхивали ДНК? Ты не помнишь? В наборы карточек? Тут бесплатно еще у нас доступно. Так, это у нас за очки доверия. Ты прикинь, ценники какие. 2000 это минималка. Да и то там непонятно, ветровая турбина какая-то. Можно выиграть. Серьезно? А это только для VIP. Ёпарасоты, ты посмотри, какие тут, ребят, красавцы. Ну это для VIP. Это нужно вступать. Бесплатно. Получите баксы, я знаю, ваши бесплатно. Так, подожди, а где же бонусы-то эти? Где мы с тобой на динозавра копили? Что-то я не могу никак понять. Фига, какой страшило, ты посмотри. Это он, что ли? Уникальное поощрение, прикинь. Важные молекулы. 130 долларов. Мне столько денежек нету. Супер ДНК. Примите в... Блин. Примите, победите. Фиг ты победишь. Ну что, друзья мои, давайте мы тогда с вами, наверное, на этой ноте. Опа, еще можно здесь. Вот так-то оно будет лучше. А еще могу территорию расширить? За 200 долларов. Нет, спасибо. Будем закругляться, обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.